Ребята, мы сегодня с вами в мастерской Дедушки Мороза. Вот у нас сколько много разных предметов, которые находятся в мастерской. Кожна з гэтых хлопчыкаў і дзяўчынак мае праблемы са зрокам, а таму патрабуе да сябе асаблівай увагі, асаблівай праграмы ў навучанні і асаблівых спецыялістаў. Мы играем, убираем посуду, читаем книжки, сказываем сказки, пишем стихотворения и еще стишки рассказываем. Мне нравится играть с машинками, читать, вырезать и писать. Мне нравится рано просыпаться. Я каждый раз не хочу папу, что у меня поделал. Обратите внимание, что все предметы у нас, они различные. Они по величине, по цвету, по тактильности, они и мягенькие, и твердые, и шершавые. Что то есть тут идет и настроение хорошее, и работа, и фантазия, и развитие мелкой моторики. Много работы у нас направлено на развитие тактильной чувствительности, на развитие всех сохранных анализаторов, таких как слух, обоняние, осязание. Вот, потому что как бы такой зрительный дефект, что необходимо развивать все сохранные анализаторы. Креатив лабораторії і лабораторія наукових цудів з'явилася у садку недавно. Їх придумали педагоги садка. У кожній групі створені творчі куточки. Кожен з ребят тут може не тільки цікаво бавити час, але й робити свої власні перші відкриті. В нашому проєкті ми попытались соединить мир науки і мир творчества. І считаем этот симбіоз науки и творчества наиболее удачным для решения именно творческого мышления наших воспитанников. Свои распрацовки педагоги-выхавальники представили у конкурсной презентации. Решение жюри было одиноголосным. 46 специальных дошкольных установ Беларуси Пенский садок признаны переможцем и узнагороджены дипломом первой ступени Министерства эдукации. Главное в деятельности учреждения – это постоянное развитие и непрерывное движение. Восприимчивость к инновациям – обязательное условие успеха. Это требование нашего времени, обновляющегося и стремительно меняющегося. И это здорово. У нас крепкая, дружная, сплоченная команда единомышленников, которая успешно воплощает свои профессиональные замыслы. Між тим, кожна з задум педагогів садка не тільки розвиває вихованців творча, але й підтримує віру у казку. Вони вірять, що у руках вихованників джинс колби виконає саме заповітне бажання. Марія Кобіс, Євгенія Мороз, Олександр Дяченко, телерадіокомпанія «Брест».